Если вы разберете государство, каждый клочок земли, вот, да, каждую геополитическую карту вы посмотрите, вот каждое государство – это какое-то информационное поле, это какой-то эгрегор, какая-то эгрегориальная система. Каждый эгрегор, он имеет энергию, он имеет потенциал, но для того, чтобы пользоваться этим потенциалом, что мы должны сделать? Мы должны выполнять правила и законы того эгрегора, в котором мы находимся. Вы приезжаете в другую совершенно энергию, вы состоите из других энергий. Вы украинец, я прям украинец. И тут я приезжаю, попадаю в какую-то Турцию. Изначально я попал в Турцию. Я попал в новый эгрегор. Я всегда учу своих учеников. Если вы приезжаете в новое место, город, новая страна, в место силы, ваша задача взаимодействовать с этим местом через призму духа.